Андреевич Крылов. Волк и ягненок. У сильного всегда бессильно виноват. Тому в истории мы с ним примеры слышим, но мы истории не пишем. А вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно же беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит. Как смеешь ты, наглец, нечистым рым? Здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом. За дерзость такову я голову с тебя сорву. Когда светлеющий волк позволит, осмелюсь я донесть, что нищий по ручью от светлости его шагов я наступил. И гневаться напрасно он изволит. Мутить питья ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный. Слыхана ли такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете не здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду легко, ягненок говорит. Так это был твой брат. Нет братьев у меня. Так это кум или сват. И слово, кто-нибудь из вашего же рода. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы всем не зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, я чем виноват? Молчи, устал я слушать. Досуг не разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес ягненка поволок.